Привет, трусишка. А вы чего это тут делаете? Тут много глаз. А это я учу ребят за себя обстоять. Новогодняя сказка пришла в промышленный район. В концертном зале Дома культуры «Победа» собрались дети-сироты, а также ребята из многодетных, малообеспеченных семей и семей мобилизованных граждан. Для них организаторы приготовили насыщенную развлекательную программу «Новогодний интерактивный спектакль». Знаю точно, будет Дед Мороз, будет Снегурочка, будет представление и обязательно подарки. Все дети у нас писали какие-то желания. Деду Морозу письма, и сегодня Дед Мороз будет их исполнять. По словам родителей, провести время вместе с детьми для них очень ценно. Мне кажется, очень важно создавать новогоднее настроение у детей. Сейчас мы уже стали сами родителями, а были детьми. И это наша теперь работа – радовать наших малышей, чтобы у них были приятные воспоминания о детстве, о празднике, о чуде. В этот раз маленькие зрители смогли не только насладиться шоу, но и сами поучаствовали в представлении. В этом году в зале собралось около 600 ребят. В заключении вечера каждый ребенок получил новогодний подарок. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События.